Остановить катастрофу. Ветсанзавод на окраине райцентра Ковель превратили в скотомогильник. Территорию буквально завалили трупами животных. Вот уже месяц при въезде на предприятие самый настоящий блокпост с круглосуточными дежурствами. Подробнее Инна Белецкая. Горы туш, невыносимая вонь, лающие псы и отводящие глаза работники. Апокалиптическая картинка из фильма ужасов – это госпредприятие «Ковельский ветсанзавод пищевых добавок». С конца 70-х здесь перерабатывают останки животных, которые свозят с фермерских хозяйств. Работают с переменным успехом. 5 тонн перерублял за сутки, а привозили тонн 30-35. Короче, загрузка велика, а не переробляли дуже мало. Тут закопують, хоронять. Це вважають не завод, а скотомогильник. До річки тут метрів 800, тут річка. Це Тур'я? Да, Тур'я ваша? Да, це наша Тур'я. Впадає в Прип'ять. Зима скривала масштабы катастрофы. Несколько месяцев сюда одна за другой шли машины с останками. А ночами ездят. Зима навалила снегу. Мы же не бачили, что там, а тут сусід поїхав. Ну, каже, ви дивіться, що там робиться. Ми все як пішли. Це ужас. Там же свині, кучі. Ну, це був шок, конечно, для всіх нас. На территории предприятия и вокруг него около 3000 тонн костей, перьев, шкур. Все это издает смрад, загрязняет почву и несет опасность. В 400 метрах жилые дома. Этой весной жизнь жителей Ковеля превратилась в ад. Воду из колодцев пить опасно, надо ждать привозную. А дети играют с черепами. Лук постоянно ходит, играется, принесе якось черепа додому, або кости. И там, коло хати, играются тими черепами. Ну, это возможно таке, чтобы дети ото присовували. Ну, и дивіться, такі ігри. От вони... Вот уже месяц при въезде на завод настоящий блокпост. Люди дежурят и не пускают машины с останками. Записываемся по 2-3 человека. 2-3-4 человека, коли на ней 4 человека, на день 2 человека. Да. А як? Круглые сутки. Сейчас завод и вовсе остановился. Директор, назначенный из Киева, отсутствует. Завод на данный момент в простое. А чего в простое? Скажите, пожалуйста. Ну, когда он зупинил работу, чего так сталось? Я ничего не знаю. Работники отвечать на вопросы не хотят, но блокпост их возмущает. Кто сфотографируете? Вот там что делается на дороге, экологию? Что там делается? Бачили, что делается? Скажите, что я в промлуке, все говорят, экология яка? Что не сфотографируете? Я сфотографировал. Интернет послал тоже. Люди со страхом ждут тепла. Они обивают пороги местных историчных кабинетов, но везде получают отписки. У нас приезжают, пишут нам бумажки, отписывают нам письма. Теперь жители Ковеля просят, чтобы вмешалось руководство страны. Заявляют, летом городок в 60 километрах от границы Евросоюза окончательно превратится в зловонное место экологического бедствия. Открытие уголовного производства проблему не решит, даже если прокуратура найдет виновных. Останки нужно вывозить. Вот только куда? Об этом должны думать власти. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Волынская область.